Всем здорово, ребят. Ну что, остались считанные минуты, а точнее 5 минут до того, узнаем мы, точнее узнаем, что будет в новом Battle Pass. Я решил вам немножко раньше начать видосик записывать, чтобы пораньше выложить, и вы уже знали и были в теме насчет того, что здесь будет. Осталось 4 минуты. Ну, что я могу сказать по прошлому Battle Pass? Да, вот я немножко бегал. Хрень полная, честно говоря. Во-первых, без доната никогда не доберутся до максимальной награды. То есть это уже бессмысленно. До 50-го левела я не знаю, кто сюда доходил. В общем, будем пробовать зафармить на максимум. Но... Как по мне, это Unreal, и ребята писали, я смотрел в комментах, 37-й, 38-й левел. Ну, посмотрим. То есть, вот эти вот все плюхи, которые они там поставили, да, там, на улучшение, эмблем 3 зеленых слизня, 150к ЗП-шек за 49-й и 2 камешка, ну, просто нереально. Надеемся, что они это сейчас изменят. Плюс... Все ждали, что будет все-таки вольт бесплатным, в итоге сделали его платным. Скорее всего, вот забрали мы 400, скорее всего у нас будет в этом вариации скин на Феникса и Феникс. Посмотрим, так это или нет. Плюс, кстати, давайте зайдем в магазинчик. Так, даже музычка, минута молчания. В общем, такой вот вариант мы получили, по сути. Ну, у меня здесь рун хватает, 400, да, нам дали, то есть это стабильная награда, дали 400. Ну, что за этих 400 можно купить? Ну, реально, ну, купим мы, вот я докуплю себе эту и мешочек с пятыми. Для бездоната самый лучший вариант, мне кажется, это брать эмблемки. Вот этот вариант. Правда, здесь они пятые. Ну, и исцеление пятое. Почему бы и нет? Для тыковки сойдет. Что-то другое выбирать, ну, не знаю, либо руны. По сути, магазин сам по себе очень дорогой и бессмысленный. Без доната, ну реально, без доната эту фигню фармить не смогут. Это печально. Плюхи вроде казалось бы классные, да, там все изначально обрадовались, но по сути это надо каждый день задротить и сидеть здесь. А второе, вот этот вот рейтинговые бои, вот эти вот ранги 6900, это надо тупо иметь Battle Pass, в любом случае его покупать и просто ставить на автокликер и фармить все время фармить. Только такой вариант. Возможно, я такое попробую, сделаю на каком-то сервере, покажу вам, сколько можно там нафармить за пару часов. Потому что это можно чокнуться. Ну вот первое место 1400 он получит, но это надо сутками сидеть здесь и иметь Battle Pass, чтобы твои герои не умирали. Потому что если ты без доната, у тебя Battle Pass этого нету, вот этого, которого здесь продают, соответственно, ты в итоге не можешь, твои герои будут умирать, и ты не сможешь этим пользоваться, то есть придется все время тратить самоцветы. Опять же, без донаты в заднице. То есть, по сути, вот этот вот турнир, вот это вот набитие, как они набивают, там рандомные противники, выбиваешь здания, но тоже, по сути, фигня. С таких плюх, чтобы здесь мега что-то было, я вот даже скины даже на своем, на английском сервере даже не бегал, я купил тоже, но я не бегал, потому что, ну, это бред, каждый день бегать в эту фигню, и причем надо нормально минут 10-15 сидеть задротить, чтобы задание выполнить. Плюс самое интересное, что не все задания выполнимы для топового аккаунта, потому что у меня у многих героев, ну, я не могу там делать там разные задания, у меня все уже на максимуме. То есть для меня не все задания выполнимы. С Battle Pass, в принципе, собрать можно. Без вы ничего не соберете, вы ничего не добьетесь. Так, 8 секунд. Давайте. Отсчитываем. 4, 3, 2, 1. Ну что, поехали. Поехали смотреть на наш новый Battle Pass, как он будет выглядеть, что тут будут давать, что будут продавать.
Интересно на это посмотреть. Итак, ребятушки, вуаля. Вот так вот задания наши поменялись, не поменялись. Феникс, как и говорили, подорожал. Нет, такая же цена. Ледяной Феникс, ребята. Да, плюшки. А плюшки улучшили. Посмотрите, 1000 кгшек, сумочки. Блин, да плюшки намного круче стали. Или это мне кажется. И скин на Феникса будут давать. А вот так вот. Но плюшки, смотрите, 27-й. Или это мне кажется. Или так оно и было. Не, по-моему, плюшки получше будут. Эмблемку даже. Давайте все плюхи пересмотрим. Так, ледяной феникс. Давайте изначально для бездоната. Пятые сумочки. Блин, так неудобно немножко. Так, какие рунки? Шестые. Шестые. Пять коробок за 20-й. Блин, неплохо. Это мне нравится. КГшки. Седьмые. Начиная с 30-го уже восьмые. Отлично. Эмблемка 8, 34 левел. О, теперь нифига себе, 36, 10 руны. Вот это красавчики, реально. 8 эмблема, 38. Ну, это действительно стоит фармить. 41, 43. О, нифига себе, 43. Посмотрите, дают 10. Правда, здесь 5 слизней так и оставили. Блин, ну круто. А за донат что будут давать? 15. 5 коробок. Так, отлично, отлично. Блин, ну такой стоит фармить, я считаю. Ну реально, плюшки хорошие. Если ребята до 37-го доходили, то в принципе можно этот батл пасс забирать. 160 за ледяного феникса, я считаю это круто. В общем, я на русском сервере разыграю пару, наверное, батл пассов. Поэтому следите за видосиками. 44-й 10 штук. Ну, смотрите, вот без доната вариант дали, конечно же. Так, ничего у нас не поменялось. По времени осталось так и 20 дней. 20 дней на выполнение этих заданий. В общем, поехали, попробуем. Увидите, первое тут 97. Тут налегке фармится сейчас это все. Ну, а дальше уже хороший противник пошел. Ну, при подборке правильных героев... Это все вполне вероятно и можно любого пройти. Вот, получили плюс 140. А ну интересно, сколько теперь за день за задание будут давать. Вот мне просто интересно посмотреть. Так, смотрим. Получили. Пройти на 3 звезды надо, но все равно так, 320-540 получается. 540, а сколько было до этого? Сейчас мы зайдем на русский сервер, посмотрим. В принципе, да, на русский сервер зайдем, посмотрим, потому что там... 540 это вполне неплохо для бездоната насобирать. Я думаю, буду фармить. Что делать? Придется фармить, ребята. И вам придется. Плюшки-то все-таки топовые. Так. 540 точно так же. Но это у меня еще больше наград. Дневной на 360. Так, а ну-ка давайте посмотрим. Может что-то поменялось на Тайване. Если нет, то все равно плюшки реально очень крутые. Поэтому стоит 360, 7200. Да, ничего не поменялось. Ну вот смотрите, я забрал уже плюс 4 левела. Там начиная с какого-то будет повышение. Сейчас у нас 320. То есть здесь по сути у нас ничего не поменялось. Вот ребята начали уже усиленно фармить. А ну давайте посмотрим еще магазин. Может магазин поменяли. А, не, все те же плюшки так и остались. Ну, в общем, вот как-то так.
Ничего в итоге не поменялось, что по акциям что-то новое интересное есть, нету. Не, по акциям все тоже, они в 8 утра обновляют. Но здесь могут появиться еще некоторые акции. Так, хрустальный сундук. В общем, вот так вот. В принципе, ничего нового. Ну, классный Battle Pass, поэтому пишите комменты, ставьте лайки и обязательно проходите. Всем удачи, всем пока.